Всем привет! Я делаю зарядку по утрам. А что ты делаешь сейчас? Чтобы достичь своей цели, нужно что-то делать. Сегодня мы изучим спряжение глагола «делать». Настоящее время. Я делаю. Ты делаешь. Он делает. Она делает. Мы делаем. Вы делаете. Они делают. Прошедшее время. Я делал. Ты делал. Он делал. Она делала. Мы делали. Вы делали. Они делали. Будущее время. Я буду делать. Ты будешь делать. Он будет делать. Она будет делать. Мы будем делать. Вы будете делать. Они будут делать. Дорогие ученики, спасибо, что посмотрели это видео. Напишите в комментарии примеры. Используя изученный глагол, ждите новые полезные видео. Пока!